Берегите друг друга. Самое главное, не забывайте, откуда вы едете и для чего вы едете. Главная наша задача, это глава республики всегда говорит об этом, это безопасность населения Луганской, Донецкой республики. Я желаю всем удачи, успехов. Ахмад! Сила! Очень желаем, чтобы вы все оттуда вернулись без царапины, можно сказать. Но мы прекрасно знаем, к сожалению, и ранения бывают, и, к сожалению, павшие смертью храбрых тоже бывают. Знаем мы это все? Понимаем мы это? Все зная и все это понимая, мы вышли на эту дорогу, чтобы защитить нашу страну от фашистов, от бандеровцев, от нациков и всех остальных. Так это? Слушайте старших, слушайте командиров. Куда вы направляетесь, ребята, там уже почти 2 месяца ребята работают, опытные командиры есть, ваши боевые товарищи. Вам большая просьба, это просьба и верховного главнокомандующего, и главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который нас очередной раз забрал и отправляет. Берегите друг друга и защитите мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Всем понятно нам? Да, удачи нам! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Наступило конкретное время, когда помощь стране нужна. Вот все добровольцы вот приехали помогать стране, защищать родину. Ну там война, мы рассчитываем победить, так и будет. Проявился вновь опять национализм, опять нашей стране приходится с ним бороться. Вот все ребята встали на защиту своей родины. Поэтому для нас это священная война, мы выполним ее до конца. В целом, освободить мир от нацизма, давить этих гадов там до последнего. Нас собралось здесь очень много, с разных областей, с разных уголков нашей великой большой страны, чтобы встать на защиту нашей родины. Коллектив большой, хоть и многонациональный, но дружный, сплоченный. А все друг друга понимают, зачем едут, для чего едут. Главное... Я еду для того, чтобы мне не было стыдно перед моим дедушкой. Да, дед воевал, погиб в 43-м. Я воюю за родину, за правду, за детей. За то, что творят эти нечисти. Надо искоренить ее, убрать ее с нашей земли. И тогда мы будем жить счастливо, мирно. Все у нас будет. Ахмад Сила. Едем защищать свою родную Россию, мирных людей. Ахмад Сила, Аллах Акбар. Таграм кьерам боцу, дюнал дош, кенте дуал хиета ходи. Хей саумалу, дерсон, нэнэй, саши бут пэш, саоган, сажим носку лахласуан. Дал эхто бой лахвай, Ахмад Сила, Аллах Акбар. نحن بحاجة إليك.